Здравствуйте, Анжелика. Здравствуйте. Как настроение? Сезон такой идет, по-моему, на позитиве? В принципе, сезон начался неплохо. Сегодня были хорошие попытки на 90 и... Чего не хватило? 90, по-моему, близко было, да? Куража сегодня не хватило. Но чуть близко, по-моему, была одна попытка, да? Да, конечно, сегодня были все три практически хорошие попытки. Третья самая хорошая. И, ну, осталось такое немножко расстройство, что не получилось. Но, может быть, главный старт надо собраться главным стартом. По-моему, надо просто пока присмотреться к этим высотам в этом сезоне. То есть, довольны своим? Январем довольны? Абсолютно. Январь закончился? Где критически? Или еще что-то будет в январе? Нет, в начале февраля следующий старт. А, международный старт уже начнется, да? Это где, если не секрет, уже есть? В Карлсруе и затем Мадрид. Два старта еще. Русская зима не будет, да? Нет, русская зима. А на чемпионат России все-таки приедете, наверное? Постараюсь. Мы будем вас ждать на чемпионат России. Удачи вам, новых рекордов. И, я так понимаю, зимний сезон закончится вам... чемпионом Европы в помещении, да? Удачи вам, успешно выступить на чемпионате Европы, чтобы у вас все получилось, были личные рекорды и чтобы новые достижения были. Спасибо вам большое, удачи вам и вашему тренеру Светлане Абрамовой. Спасибо большое.